Привет, с вами Саныч. И сегодня мы будем паять пластик, в частности зеркало разбитое. Мне принесли его спаять. Вот сегодня вот, я покажу, как именно я паяю. Может кто-то ну по-другому. Способов уже есть много очень. Вот. Зеркало в хлам разбито. Ну, я сказал, что я его спаяю, оно будет держать не хуже, чем оно держало раньше. Вот, то есть будет целое, невредимое. Вот. Давайте приступим. Так вот, я заранее включил паяльник, нагрел его. Паяльник обычный, в любом магазине его можно купить. 40 ватт. Больше не надо, потому что будет пластик перепаливать, переживать. Вот видите, вот с таких кусков все. Вот само зеркало. Вот мы его в сторонку, чтобы оно не побилось. Вот такие кусочки. Так что вот так. Возьмем самую главную большую часть. Вот видите, как все раздроблено. Это все нужно будет пропаять. Возьмем вторую большую часть. Так, состыковать его как-то нужно. Оно еще не стыкуется. Возьмем вот. Так, где это? Что-то уже слаживается. Конструктор Лего. Сначала нужно прихватить все это дело. Хотя бы. Хочу, чтобы вам видно было. Мы уходим в пластик вот так вглубь. Видите? Заглаживаем это все дело. Будто бы ничего здесь и не было. Вот так. Сейчас просто поприхватываем. Больше ничего. Хотя бы его скрепить все в кучу. Можно подмухать, чтобы быстрее застывало.
Вот, видите, уже кусок этот, ну, как бы, есть. Держится. Еще в одном месте его. Вот. Смотрите, как паяется. Вот. Вот. Так, чуть под уклоном и рядышком такие волны делаем, волны, да, как на море волны, знаете. Вот. Потом вот все вот так заглаживаем. Потому что некоторые вот делают там просто такие волны и так оставляют. Это чуть-чуть неправильно, оно не будет держать. Хорошо. Все, вы видите, как идет вот обломанная часть, вот полоса, и посередине вот так. Крепим еще вот здесь, вот здесь. Шатается. Так, теперь прижмем. Есть. Все. Вот еще у нас, вот здесь еще болтушка. Мы скрепим его вот. Вот здесь. Неудобно. Пока что так. Так, вот здесь у нас запаяем. Вот видите, такие колбаски, волны делаем. Там они у нас есть, вот видите, и мы их вот так туда вжимаем, там, где мы выплавили их. То есть там образуется как бы новый жидкий пластик, вот, и оно все сплавливает его. Вот, видите? И ровненько, в принципе, нигде ничего так не. Зажимаем сильно и держим в таком положении, пока не застынет, то застыло. Все. Причем она в одном месте, потому что она такая трещина длинная. В одном месте мы еще запаяем. Вот. Такое впечатление, что
вырубился паяльник. Все, более так уже ничего не считается. Давайте возьмем вот такую, наверное, штуку большую. Так, все нормально. Так. То видите, уже более картина складывается. Не хватало вот этого. Еще нужно покопаться, чтобы сложить толком. Все, везде все трещины вроде бы сошлись, все соединения. Можно уже так взять и его пропаивать. Прогреваем пластик. Так. Ну, нужно вот так все пропаивать таким образом, как я показывал. Все. Думаю, не буду его все показывать.
Я покажу, вот так чуть сейчас пропаяем и покажу конечный результат. Так, ну вот, давайте пропаяем вот эту трещину вместе. Смотрите, видите? А потом вот заглаживаем. И где-то вот так таких волн наделали там где-то сантиметра полтора, не больше, потому что если вот делать это больше, то если вот такую длину сделаете, то вот здесь будет пластик уже расплавлен, а вот здесь уже застывший. То нужно, пока он весь расплавлен, его нужно сразу же вот так вжимать вот туда. И продолжаем также. Шов вот так со стороны, если вот повылазило на стороны, то со сторон нужно его внутрь в шов. Это такой кропотливый, долгий процесс, но оно того стоит, как бы, если хотите. В мопедах, в пластике это постоянно проделывается. Потому что где-то какие-то трещины, особенно в китайском. Ну, китайский пластик особо и паять, ну, ни к чему, потому что, ну, нет смысла. Он не будет держать все равно. Это японский еще можно. Китайский не стоит тратить время даже. Оно потом с той стороны
чтобы полностью пропаять хорошо и было качественно. С этой стороны тоже так же нужно. Вот. Ну, если, допустим, вы не хотите, чтобы было шоу вот такая размазня с этой стороны, то, в принципе, оно сойдет и так. Вот, оно будет держать хорошо. Это уже проверено не один раз. Вот. Просто что будет где-то что-то видно Следующая часть, вот берем, вот она такая, видите, уже более так картина слаживается. Так, как напоминаю, мы просто сейчас прихватываем. Как сварки, знаете, прихватили, проверили, все ли нормально. Потом варим дальше. Давайте открутим эту фигню, но она мне мешает. Теперь можно запаяться. Так, прихватим с этой стороны
не сильно сошлось. Но ничего. Ой, сложный процесс. Нудный. Но мы спаяем это все дело. Видите, уже более-менее так корпус нарисовывается. Еще такая вот штучка есть. Давайте я вот позапаю, вот, а потом включусь, там чуть-чуть останется, я покажу конечный результат. Ну вот, я уже его пропаял, уже цельный кусок, здесь были некоторые отверстия, которые потерялись там кусочки, я их позапаивал уже. Вот все, вот такой, такая процедура. Можно сделать такой небольшой краш-тест. Достаточно будет мощно держаться. Вот, я вот пробую его руками, все такое гибкий. Это все спаяно, видите, это не новое, все то же самое было. Все с кусочков, я думаю, еще его вверх пропаяю потом. Вот стекло, я пробовал. Оно не влазит. Чтобы лучше оно хорошо село, его нужно прогреть техническим феном. Прогреть пластик, чтобы он был более такой гибкий. По кругу пройдемся.
Вон так. Я вот на него дую, а он уже выгибается так в эту сторону. То, что нам не надо. Вот он полностью влез. Сидит в своих пазах. Теперь натянем резинку. Чтобы держалось все вместе. Вот наше зеркало. Теперь можно его ставить на машину и не беспокоиться за него, что с ним что-то будет не так. Это я в этом уверен 100%. Все. С вами был Саныч. До новых встреч.